Горячо приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем играть в древние свитки 4 Oblivion. Модификация «Сказка о потерянном счастье» на основе КСЕ. Ну, это другая модификация, геймплейная Kia Skill Extender, за счет которой наш божественный персонаж превратился в полнейшего инвалида и ходит огребать от всего, что движется. И магия у него все хана усохла, короче. Ладно, нам куда идти-то? Дом лесника же, да? Дом лесника. Бегаем мы не ахти как раненый в попу индюк, поэтому и быстрое путешествие это тут не работает нихера. А если и работает, то ты за это должен платить деньги в данной версии Kia Skill Extender, то есть по сиродилу, когда путешествуешь, там при переходе на другую локацию какая-то сумма денег у тебя съедается. А если у тебя денег нету, то есть ты пустой и при этом перемещаешься быстрым способом, то тогда за тебя назначается награда. Ты начинают бегать стражники и говорить: ну-ка, давай деньги, парень, иначе либо в тюрьму сядешь, либо умрешь. Как бы то ни было, короче, надо сейчас нам отлежаться, потому что ману у нас совсем нету. Скорее в кровать. Как я уже говорил в прошлой серии, берем Алисию в охапку и идем дальше, блин, исследовать эти самые пещеры все, где валяются эти доспехи, долбанные запчасти, которые вряд ли нам вообще нахрен не понадобятся. Вот я просто 100% так думаю. Но просто хочется отыграть, посмотреть, что за доспехи. Прилечь рядышком вот здесь с Алисией очень хочется. Да? Офигеть. Это ж не трусы, это ниточки, ё-моё. А чё, вы все попросыпались уже? Да, точно, они все проснулись, а я только пришел с клуба. Ну, как нормально, как заправский такой. Парень молодежный. Че, в таком костюме только по клубам и шляться, девок снимать. Ну, когда есть Алисия, не обязательно шляться, ведь правда? Так, давайте, часов 8 я посплю точно. И то, скорее всего, у меня не отрегенится ни хера магия до конца, потому что, поскольку КСЕ был поставлен только сейчас, а не на первой стадии игры. О, отлично, у меня же еще уровень, текущая обученность, нормально. Чего я там хотел? Удача по-любому. Обаяние, вот я не знаю, вообще стоит, не стоит. Интеллект тоже нужен, сила воли. Ну, давайте так. Давайте так. Смотрите, насколько у меня только увеличилась магия. То есть я еще инвалид абсолютнейший. Мне надо спать вот так вот нахер. Ладно, давайте я нажму на паузу, потому что смотреть на как часы тикают, это, наверное, не самое охрененное зрелище. Ну вот, они уже, в принципе, дотикивают, поэтому... Что там? Что там по магии? О, отлично, отхилились, да? Да, хорошо. Так, берем пиписию за сисиси и идем вместе гулять по пещерам, да? Да. Кое-что на. Так, пошли. Хорошо. Хватит жрать уже. В принципе, ей потолстение это не грозит, потому что она у нас, ну, как быстро бегает по долине. Так, ну, нам она поможет сражаться с местными монстрами, потому что один я не тяну ни хера. Вот, не тяну. В прошлой серии, я думаю, это показало, что я один ни хера не тяну. Так, хорошо. Отправляемся дальше. Единственное, что меня беспокоит, ничего не случается. То есть по основной сюжетной линии что-то должно произойти, но не дай бог это все слетело к херам. И что тогда делать, я вообще не знаю. У меня и сохранений-то нету. О, Лорд Дримора у нас эффект повысился, да? А этот Дейдрот, мы же его тоже вызывали. На 43 только. Так, вызов Дримора, арбузная таранах. Кстати говоря, я решил отказаться, наверное, все-таки от некоторых заклинаний Мидаса, если даже не от всех. Вот, ну, наверное, в связи с этим понизить сложность, что ли, я думаю. Потому что заклинания, прямые заклинания разрушения, они нихера мне помогать не будут, они очень слабые. Для максимального уровня сложности. Вспышка, сокрушающие камни. Огненная стрела, палец горы. Вот толку от них просто нету. Хотя, конечно, они будут постоянно совершенствоваться. А у меня, кстати, их и нету. Я мастер разрушения, у меня нет нормального
заклинание. А, вот смотрите, микс у меня есть. Ну, не знаю, давайте вот двойка, это что, хил. Заряд смерти. Вот давайте сюда его и поставим. Минус 4 эффект еще, блин. Минус же, да? А, нет, плюс 4. Чуть посильнее. А стоит он у нас всего 34. Ну, не так и много. Вот, вместе с Алисией и моими призывными существами будем как-то крутиться, вертеться, бороться. И вообще, куда нам идти-то? Пещера Минотавра. Пещера Минотавра. Старый дуб. Северный телепорт. Северо-западный телепорт. Пошлите в телепорт, значит, зеленый ручей. Оттуда телепортируемся в тот телепорт. И пойдем в эту пещеру сходим, минотавренную. Что-то подглючивает игрушка. Хер знает, с чем это связано. Вообще непонятно. Такие вот погрузки все. Так, а телепорт у нас, да, вон там. В общем-то, короче говоря, прошло уже явно больше одного дня. Да даже больше, чем больше одного дня. И по итогу ничего не происходит по сюжетке-то. Может, нам самим к кому-то подойти надо, но хер бы его знал, как это все тут устроено. Кузница. Блин, да что за рывки ссаные? Ты тоже в телепорт? Что схватилось? Холодно, вот это титечки. Что? Ничего. Так, нам куда? А нам еще, кстати, да, северо-западный телепорт. И Алисия сейчас будет бежать, скорее всего. До нас пешком, да? Ты ж не телепортируешься вместе со мной? Я думаю, нет. Ну, увидимся на том конце карты. А пока я буду один пробираться в эту пещеру. Я думаю, что как только я в пещеру зайду, то Алисия появится рядом с нами, потому что механика Обливиона, она такая. Компаньоны, они сразу перемещаются мгновенно. Когда ты в какую-то локацию другую переходишь, они там хоп, с тобой. Так, нам туда. Так, а вот это вот что за форт, я не знаю. Форт Нордис. По-моему, мы его еще раньше видели. Ну, я не знаю, давайте зайдем в него. Почему нет? Алисия все, где-то умерла. Маркера на нее у нас нету. А, кстати, наверное, все-таки есть. Тени волка. Потерянное счастье. Нет, все-таки нету. Теперь у меня есть что-то вроде дома. Тень волка. Где ему и место. Короче, нихера непонятно. Мне по этим квестам, наверное, что-то надо делать. Тень волка. Пойти к этому капищу? Нет, наверное, все-таки. Не знаю, короче. Играем, что, собираем пока все эти запчасти. Может, там сначала эти запчасти надо будет собрать? Что за херня? Алло. Стоп. Загрузка области. Потерянное счастье. Странно. Я опять в том самом подвале, где нашел этот странный кристалл. Где я был? Что вообще происходило? Но ведь я там познакомился с Алисией. Вот только теперь я не уверен, была ли это прелестная девушка вообще. Или же она погибла. Да, погибла. В этом моя вина. Не уберег ее. А все могло бы быть совсем по-другому. Будь я повнимательнее. Какие приключения мне представили, я уже никогда не узнаю. Понятно все. Сдохла Алисия. Ёп, как мы так-то? Вот тварь. Блин. Может, она упала там откуда-то? Ну ты че, дура? Херово. Твою мать просто. Слов у меня нету. Вот тоже брать ее, вот с этим КСЕ ее брать реально опасно. Она будет подыхать, нас будет постоянно. Так, где там эта херня? Перезагружать. Ладно, короче, давайте я схожу уже, дойду. Микс файт. Нет, 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 нет. Вот микс, да? Я просто схожу сейчас к этому чертовому форту, доберусь до него и уже с паузы сниму, потому что это приключение, наверное, еще то будет, пока мы туда будем доходить. Так, ну решил снять с паузы, потому что пока мы бежим, тут какой-то... Вот сейчас, кстати, и Алисе могут... Ах ты, сука, ты охерел, что ли? Я тебя не боюсь. Да итиская ты, мать потная, а. Смотрите, я на удар, я буквально на удар всем этим говнюкам. Меня даже крыса сожрет. Так, ну чё опять? Ёб твою мать, да ребята, нахуй. Когда я доберусь до этого ссаной пещеры? Слушай, так не катит.
Я не могу туда попасть, потому что ее убивают. Блять. А пешком мне туда вообще никак не улыбается бежать просто, сука. А из всего этого я делаю вывод какой? Правильно, надо чаще сохраняться. Алисия сейчас умрет. Бля, да я сейчас сам умру. Алисия-то хер с... Нет, Алисия-то тут красава. А, вон. Слушайте, ну, мне точно надо с ней ходить, потому что... Самородки. То, что происходит, вы сами видите. Надо подлечиться. Так, у меня сразу же нехило... По-любому просел запас маны. Ну давайте, например, посмотрим. Минус 53. Херли, вот куда? Какая мне к черту пещера Минотавра, если я уже не могу хилиться? Алисия, ты будешь тащить, короче. Я буду тупо за спиной за твоей стоять. Уж извини. Так, да давай так далеко не отбегай, а ищи там путь, дорогу. А то я помню, отстала от меня и все. Я оказался в каком-то сраном подвале потом. Да, тебе, конечно, приодеться получше, а не в этом говне ходить. Там, да... Ладно, здесь уже на паузу жать не буду. Думаю, скоро дойдем, потому что еще какие-то стычки появятся в процессе боя. Но думаю, что в пещере Минотавра у нас неизбежно будет какая-нибудь херня поджидать. Где Алисия будет справляться. В отличие от нас, убогих. Ну, кстати, смотрите, мана регенерирует потихоньку. Да опять темно, какого хера? Да ёб твою мать. Слушай. Не смотри, не на того мужика посмотрела, Алисия. Конченый алкоголик. Так, ты чё расчехлилась? Сука, я даже не вижу, чё она расчехлилась. Так, подожди. Не убегай. Я боюсь. Так, ты кого-то видишь, да? С этой стороны. Во, динозаврик. Алисия, пожалуйста, останови его. Ты же понимаешь, что для меня это фатально. Ну чё он там, запутался? Оп-о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 п. Ну чё, где он там реально? Давай драться, курица. Заебись. Ну он в принципе и дал того, чего я хотел. Твою мать. Так, ну не вылетай, сука, ну пожалуйста. Ёп. Так, погнали, погнали, погнали. Дубль. Ну, дубль 2 пока что. Стой! Братан! Эффект холода. Воздействие холода очень коварно. Каждый удар холодом сковывает члены врага. Член врага замедляя его и делая менее ловким. Также противник становится более уязвим для воздействия обычного оружия. Сила этих эффектов зависит от урона, который не несло заклинание с холодом. Продолжительность от длительности заклинания, но не меньше, чем 7 секунд. Кроме того, заклинание холода, имеющее большой радиус, движется вперед. Вот здесь у нас все на своем пути, сука! Пиздец, там что-то хрустнуло. Ну конечно, ёб твою мать, это КСЕ, ребята, вот это, сука, его последствия. Потому что начинаешь быстрое сохранение загружать, вот это говно начинается, ёбаный в рот. Я почему и не хотел ставить эту херню, потому что я вот говорил уже изначально, что, сука, он нестабильный. Так, где мой Дремура? Иди, короче. Только не на Алисию и не на меня. Сильный. Вот он уже сильный, кстати. А сильный Дремора он будет карать. Красава. Вот я и говорю, сильный Дремора. Маркинас тем более, да? Давай. Давай быстрее. Дейтер. Вот такое вот говно. Оно сейчас будет нам мешать. Ну, что ты такая пиписечная стала? Ручки сложила. Вот отличная пара. Кстати, он сам, смотрите, чуть не сдох. Дейтер его поднул разок, у него пол хп ушло. Вот вам и мод. Чудесный. Так, ладно, пещеру нашли. Осталось только выйти из нее живым теперь. Мы, конечно, в нее еще не зашли, но мы же собираемся это сделать, верно? Значит, нахера мы... Так, что там опять такое происходит? Слышал какой-то звук, как будто фаербол кто-то кинул. Так, ну конечно, мой Дремора с нами не пошел. Он говорит, что, дебил, что ли, идти за этими смертными, когда здесь крыса сейчас их просто в сраку всех хвостом своим дернет. А там, кстати, бесы еще. Давайте сразу вот так, оп. Эффект холода, читали. А, она там, ну, кстати, сгорел там, вы видели? Крыса пока нас не трогает.
А электричество, кстати, здесь роняет. Сука ты. А, это гомункул опять, да, этот? Мы его откинули прямо молнией. Тут, видите, заморозило его, он теперь медленно летает. Тут свои разные эффекты. Когда стрела прилетает с далекого расстояния, она может нанести больший ущерб. Происходит это потому, что враг не видит стрелу, что вы выпустили. Он слышит только щелчок тетивы, тело напрягается, подготавливаясь к удару, а потом расслабляется. Удара-то нету. И тут вдруг неожиданно в чашку прилетает стрела. Да сука, косой дебил! Ну, смотрите, что за херня-то, ну? Алисия, держись. Сейчас он тебе в голову даст. Да не, она красавица, она сейчас ему просто разнесет. Ну нахер вообще, в потолок просто. Молодец, Леська. Ну как тебя еще назвать? Леся, ёпта, Леся. О, отмычка. Так, кстати, мне там в комментариях писали, что... А голоса тихие, давайте мы голоса тогда на максимум прибавим. Но по-моему это все-таки озвучка такая. Что они тихо говорят, здесь именно в моде. Ну и музыку можно прибавить. Музыка красивая, на мой взгляд. Чуть-чуть. Атмосферненько. Но эта музыка не этого мода. Это я сам добавил. Давай, Алисе. Ёп, да она сейчас... Нихера себе, вы это видели? Просто с удара. Да, я помню, кстати, это место так. Смутно. Тут реально минотавров куча. И здесь у меня Алисе... Подыхала даже без этой херни. Без КСИ она у меня подыхала. Горит это, вот это вот, то, что у меня там микс, он поджигает еще, видите, как здорово. Отлично. То есть КСИ, но как бы и магию разрушения тоже преображает. Она становится не такой уж прямо и бесполезной, скажем так. Видите, эффекты поджога всякие здесь есть. Сейчас сохранюсь, потому что здесь надо сохраняться очень часто. А вон там еще гомункул. Так, ну тут вот шипы. Можно промахнуться. На, вот, все. Что, не сгорела, тварь? На! Алисия, займись. Нет, все, вот он. Он, видать, на костерок на этот попал. И все. Так, золотое кольцо с опалом. Алисия, наткнувшись на очаг пожара, не пожалея времени затоптать его. Молодец какая. Это реально гомункул. Не просто так же их называл. Гомункулы. Вот кто такие гомункулы. Лисика, ты там где? Так, стоп. Нет! Сука! Куда ты там побежала? Ё! Мышь летучая, уйди! Уйди нахер! Все, пизда, Алисе. А мы бежим. Потому что я знаю, что я от одной мыши умру. Алисе, держись! Ёб твою мать! Нихера она кувыркается, вы это видели? Пизда, все. Все! Я понял тебя. Вылет, да? Ну вылет же, нет, сука, не вылет. Понятно, нам нельзя вниз идти, потому что Алисе сразу бежит через верх, и это чревато. Последствиями, сами видите, какими. Вот сейчас костерка нету. Давай. На нахуй. Молодец. Так, а у меня есть бутылечки маны какие-нибудь, а? Бутылечков нет, можешь подождать? Часик хотя бы. Я хочу просто дремору сейчас вызвать, потому что там... Вот, отлично. Ну вы сами видели, что там попка. А я нет, на дремору мне не хватает. Блин, ну это плохо. Сильное зелье. Да у меня всяких зелий как говна. И толку от них нету. Я реально, я еще забыл разгрузиться, ё-моё. Так, и у меня никаких камешков вилкидинских нету, да, чтобы съесть его, и у меня там восстановилось что-нибудь. Нет, конечно. Вот оно, блин. Начинаешь сразу ценить каждую бутылочку. Пойла всякого разного. Сука. А, вот, Дримору можно позвать. Отрегинилась мана. Давай, братан, давай, давай, давай. Помоги. Сука, нет.
пошла на! А! Уйди от меня, тварь! Я же знаю, что ты меня укусишь. Алисия подбирает там что-то. О, отлично. Самое хорошее, что они между собой не дерутся. Такое бывает иногда. Да уйди ты нахер. Вот. Блин, ну молодцы, молодцы. Хорошо, что у меня... О, великий камень душ. Хорошо, что у меня Дримора... Сила воли. Он на достаточно продолжительное время вылазит. Логово Минотавра нет нам. Алисия, наверное, вот здесь решила обойти. Смотрите, Дримора как тоже медленно бежит. Это все влияние это ссаного КСЕ. Потому что они все медленно бегаем. Мы тут все сразу становимся инвалидами. Алисия только одна, по-моему, влиянию КСЕ не поддается. Она вон бежит и ее угнетает вообще. Потому что мы такие медленные. Но это же вот валун, он отгинается, нет разве? Очень похоже. Скорее всего, это с обратной стороны выход. Да, что такое? Ладно, пошли. Пещеры полны всякой нечисти, будьте предельно внимательны. Да уж, спасибо. Опять Дримора пропал. Вот сучонок, так. А враги находятся, я не могу подождать. О. Короче, тут походу... все, Дримора кончился. А у меня есть факела? Я, наверное, лучше факел возьму. Потому что мне на свет, тут я свет включаю, у меня пропадает... не хватает магии. Так, где там колдовство-то? Ща я найду его. Дримора был, да? Ну, Дейдротом давайте воевать. Они у нас все потихонечку будут прокачиваться до тех пор, пока они не станут божественными. Тогда ты можешь просто брать пакетик семечек, рюмочку пива. Ну, как рюмочку, кружечку, наверное. Так, Алисия, давай, я не хочу сейчас тратить просто на это говно. Целого Дейдрота. Так, что там внизу? Ничего. Вот, ты можешь просто смотреть, как твои питомцы с этим говном всем разбираются. Так, Алисия, не смей туда нырять. Нет! Пошел нахуй! Да что ж такое-то, сука? Алисия! Сука, убери лук! Не в меня! Да, вот, давай, я тебе привел. Нихуя! Так. Тут, блядь, не обойтись без этого. Получи. Алисия там одна на Минотавра. Ни хера, она жесткая баба. Так, а я-то что стою? Так хотя бы так вот. А. Поможем. Во, вот это вот девка. На такой я женюсь точно. Дриморе даже прикурить дала. Ну, Дейдроту в смысле. Фору ему дала, ё-моё. Так, Минотавр рот. А я буду сидеть книжки читать, магию учить, пока она у меня тут ходит, приключения ищет, да? Да, Алиська. Так, что там у нас? Надо еще, короче, Дейдрота. Да, отлично. 43. Сохранимся обязательно, потому что без этого сейчас уже нельзя. Мы здесь погибнем иначе нахер. И что еще хуже? Мы, а, в принципе, равноценно. Если она погибает, считайте, игра перезагружена сразу. Чтобы вы все уже видели, что это значит. Чем это чревато. Лучше ее в обиду не давать. Деваху свою. Так, ты где там? Господи. Ты же вроде не пьющая. Какого хера? ЗОЖ и все дела. У меня, кстати, факелов не так много. Насколько я знаю, факела здесь не бесконечные. Они гаснут потихоньку. А, кстати, что за говно? Нихера! Слушай, Дейдротина. Братан, извини, но без тебя никак. Там такое. А чё он такой? Дух гомункула. Так это дух. Это говно. А знаете, почему дух? Потому что, наверное, сейчас... А, ночь началась, да. Лисия! Держись! Отлично. А, ну и все. А, вечером... О, отлично, хоть такое. Давайте сразу его примем. А, вечером там души вот эти всякие разные. Блять, не то что ли? Да. Там привидение какое-то орёт. Нихера себе. Так. А!
Уйди нахер, он в невидимость ушел. Алисия, там на рожон не лезь. Тебе пару ударов и все, хрищи. Сука! У Алиси... А, у гомункула, вкусно. Блять, я бы тебе помог, конечно, но... Ой, так это лорд еще. Умри. Отлично. Я тебя не боюсь. А, у меня Дейдрот задрот умер. Не смей меня бить! Мы только побеждаем. Сука, уйди от меня, сука! А, это она его убила. Дух! Дух, дух говна этого, ёпчего. Мать-то уйди! Алисия, стой, держись, блядь. Так, сейчас что-нибудь на помощь. О, задрот, задрот. Блядь, я, конечно, молодец. И гомункул проснулся, дух. Ах ты твою мать, да они тут все попросыпались. Так, ночью сюда нельзя соваться, все. Дейдрот, ну шевели копытами, сука! Ну, в принципе, тогда отвлекай на себя внимание. Тебе не одолеть меня! А Алисия пусть разбирается. Слушай, ты молодец. А что ты такой медленный-то? Что-то с ним плохо стало. Может, его поранили? Фу, ёб твою мать. Кираса естественного... А, естественной ассимиляции. Сопротивление ядом. Говно, короче. Ну, мне оно не нужно, по крайней мере, это говно. Так. Но меня все еще беспокоит тот факт, что к нам никто не приходит. Может, мне надо здесь недельку пожить, подождать. Пошел нахер. Алисия, не под мою руку только. А кто там еще? Нихера! Вот они, он спрятался, реально, он просто спрятался. Алисия, прикрывай меня, мне некий. Сейчас ты упадешь и истечешь кровью. Мне реально нечем драться. Ёб твою мать-то, я еще не попадаю. Сейчас ты упадешь и... Блядь, тихо. Так. Что-то могу там в руку взять? Клеймор. Нет, клеймору не надо, надо что-нибудь такое. 14. 22. Слишком хорош. Посох. Стеклянная клеймора. Так, это говно. Эбонитовый кинжал. 28. Держись! Сука ты! А, да я бить не могу, нихера! Инвалид! На, нахуй! Ребро хрустнуло! Смотрите, что она делает, она исполняет реально, она просто... Так, а сейчас души появятся, минотавров! Сука, ничего не могу я с этим кинжалом долбаным! Алисия! Нет, все, это точно, ей хана. Да, блядь, ну бей уже, задохлик. Держись! Тут главное мне не сдохнуть тоже. Блядь, держись нахуй. Так, а я могу чем-нибудь? Нет, я ничем не могу, у меня... Сука, какой он... Держись! Чуть-чуть осталось, заколупать его! Тебя не одолеть меня! Фу, ёп! Стой, не беги туда! Фу, еба! Я... Тут, понимаете, тут дело в том, что каждый удар, он... может быть фатален. Удар по башке, перелом ребра... и что-нибудь в таком духе, и все, допустим. Удар по руке, и у нее конечность обвиснет, она будет стоять там, кровью харкать. Вот это вот, да, это все. Имеет место быть здесь, в этом моде. Ого. Так, ну это я не унесу. Стрелы я вообще не знаю, зачем собираю, просто потому что они... Не, вот это надо все забрать. Это я все продам, вот это тоже. А от клеймору я точно не утащу. А у нас же есть гоблин Гоша. Так, это замок типа выше, да? Да ладно, неправда. Где мое заклинание взлома? Сейчас мы попробуем. Ремонт, анлок. Где-то анлок был у меня, вот, да. Минус 35 эффекта, сука. Из-за этого КСЕ долбаного. Так, кажется, здесь ловушка, попробуйте. Да, пожалуйста, стоит открыть, не убей. Отлично, я еще исправился.
Уровень 80, ну да, это посложнее, чем 100, конечно. Вот так вот, сука. Так, давайте подождем, пока упадет язычок быстро. Ну давай, падай, сука. Ну, и... Блядь! Ну, сука ты. Ну, пожалуйста. Фу. Да не так и трудно, на самом деле. Надо было только сосредоточиться. И не пороть чуши всякой в микрофон. Все. Короче говоря, я уже устал здесь бродить. Вот на самом деле, дайте я зелье выпью. Я выпью зелье. И я сразу же, наверное, Дейдрота переключу. А, Дримора. Ну, блядь, он не работает. Так, Алисия, ты скажи, ты куда там собралась бежать-то? Ну, пожалуйста, запрыгни. А, вот, 10 ступеньки же, чё я. Ах ты, сука, инвалидность. Так, а вон доспех. Так, давай я попробую так вот. Ну, пожалуйста. Отлично. О, сильная, вот это хорошо. Бонитовый бердыш. Пердыш. Вот он. Драконий шлем. И я ловлю хер раскрывшимися руками. Так, надо что-то, короче, просто выбросить такое дешевенькое. А, подождите, у меня же есть призыв гоблина Гоши, который мне сейчас весь мой хабар должен принести. Ну что ты? Блядь. Гоблин Гоша, сука! Что случилось-то? Почему он не вызвался, ёб твою мать? Что за херня? Ну что за поломки? Разраба, ну вы, блядь, как-то я не знаю прямо. Чё у вас все через жопу-то? Так, ну и чё мне выбросить? Плюс 43. Клеймора ярости небеса. Вот этот вот вешает просто дейдрическая булава. Может он там где-то? Ты меня звал? Звал, дебил. Тогда складывай в этот мешок. Давай, я отнесу. Давай мешок. Во, все понятно, все нормально. Так, все, держи и отнеси. А, вот. Хорошо, он. Я мигом. А, вот он где был. Понятно, это я просто, значит. А его могут убить? Может быть, кстати, и могут. Так. Ну ладно, друзья, я что предлагаю? Предлагаю на этом серию пока закончить. Вот, продолжим в следующей. Наверное, нам придется опять идти домой и спать. Просто потому что... Ну, сами видите, что происходит. Манна исчезает катастрофической скоростью. Если бы не Алисия, я вообще хер знает, что бы я здесь сделал. Вот реально, просто непонятно. Ну, ясно, конечно, что призывал бы существ. Ну давай, ну это-то вообще халява! Ну, кстати... Торт эксперта на продажу пойдет. Здесь надо, кстати, мне реально вот где-то в магазин залезть и все это дерьмо продать, которое я насобирал. Вот. А что я, ну, возьму, что я взял? Хорошо. Все это говно продать и где-то, может, накупить зелье где-нибудь в таверне, я не знаю, продается же, наверное. Кто-то опять восстал. Какой-то дух, наверное. Ладно, друзья, все, на этом всем до встречи. Всего вам самого хорошего. Увидимся в следующей серии. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям о том, что здесь один дебил играет в эту игру, которая уже всеми забыта нахер. Проходит еще какую-то модификацию к ней левую, которая, по-моему, поломалась, потому что у нас что-то по основной сюжетной линии ни хера не происходит. И подписывайтесь на канал. Всего вам самого хорошего и пока, друзья. До встречи. Сейчас будем опять опиздюливаться, что. А, у меня чуть-чуть не улетело.